по швам. Соцсети блокируются, а мы открываемся. Мы запускаем для всех россиян новую социальную сеть с коротким названием «Вахуе». Вахуе. Когда-то я побывал в Испании, в небольшой рыбацкой деревушке Ахуй, где все только веселились. И это вдохновило меня создать соцсеть, где будут только счастливые люди. Вахуе. У нас есть все для ваших развлечений. Знакомства. Инстаграм закрыли. И теперь я в ахуе. Новости. Только проснулся и уже в ахуе. Покупки. Теперь, когда я что-то покупаю, я покупаю в ахуе. В ахуе. В ахуе объединяет людей. Ведь уже более 100 миллионов россиян уже месяц как в ахуе. Я в ахуе. Я в ахуе. Мы в ахуе. Мы запускали бета-версию Вахуя еще в 2020 году, но вовремя поняли, что тогда время еще не пришло. Но теперь мы по-настоящему готовы. Я в ахуе, что вы сделали? Послушай, у нас в соцсети не матеряться. Вахуя. Мы ждем тебя. Будь в ахуе. Будь собой. Я в ахуе вообще.